себе. Почему? Мы останемся на выходные только с ней. А вдруг она спалит дом? Ну, присматривай за ней. Держи огнетушитель наготове. Ну, что, пускать? Да. Отлично. Нужно подтолкни его хорошенько. Вот так. Зачем она вообще к тебе переехала? Мы с ней любим друг друга и хотим вместе идти по жизни. Раньше ты шел по жизни с мамой. Мы с мамой не очень-то ладили, а это было плохо для вас. Мы ссорились все время. Я ссорюсь с Анной. Можно? Я буду жить отдельно. Нет, ведь вы брат и сестра. А вы были мужем и женой. Это не важно? Да, это важно. Но когда люди взрослые, отношения между ними куда сложнее. И все строится на других чувствах. И бывает так, что эти чувства изменяются. Значит, ты разлюбил нашу маму? Ну, да. Наверное, так. Я люблю вашу маму. Только уже совсем другой любовью. Вот и все. Мы с ней по-прежнему дружим и всегда будем дружить. А можно когда-нибудь разлюбить своих детей? Нет. Никогда. Так не бывает. Как миссия невыполнима? Да, как в фильме «Миссия невыполнима». Иди сюда.